Дорогой, ты нам дома стал родным. Прощаемся с тобой и немножечко грустим. В нашем доме будут жить озорные малыши. Им дружить и не тужить мы желаем от души. Не забудем мы о том, как шумели в тихий час. Не печалься, добрый дом, мы уходим в первый класс. У нас в детском саду очень хорошие воспитатели. Мы их очень-очень любим сильно. И когда мы вырастем, будем совсем взрослыми, мы хотим, чтобы наши воспитатели были всегда, когда приходили сюда в садик, всегда были счастливы. Даже если у других детей, которые совсем малышки, не было плохого настроения, пусть они играли в наши игрушки и были счастливы. Мы хотим сделать так, чтобы все дети, которые приходили в наш сад, были всегда счастливы. Нет, я не хочу оставаться в детском саду. Хочу в школу, но из сада уходить не хочу. Я играю в игры салки-прилипалки, в прятки. С мальчиками мы играем. Вот раз мы учили мальчика. Мальчики, Рома! Вот я иногда учила Рому. А Даша в него влюблена, а я в другого влюблена. Это мой секрет. Он задает. Подарил мне цветок. Я подарила тоже цветок. Да. Магазин открывается, заходите. Что вам надо? Спальни. Я беру два. Шоколада, хлеб. Так. Это хлеб. Я уже закрыла. А вот это... Ничего не весит. Я 45 килограммов. Таня, а почему ты скинула? 807 рублей! Половина, вы не оплатили! Вот я за нее заплачу. Так. Вот, держите сдачу. В саду весело, в саду много друзей. И всегда в саду радостно. Я могу подыгрывать музыке, потому что у меня есть колокольчики. Я очень люблю, когда я танцую перед своими родителями. Мам, мы это вас не подведем. Все.
прошлой осенью мы сами, что с радостью пойдем. Мне там нравится учиться. Я люблю изучать, какие места на карте, какая наша страна. Это наш дом. Мы его посадили в 2013 году. Мы очень любим укроп и хотим сказать всем то, что пусть они едят наш укроп, всегда были им нравился наш укроп, мы были крепкими, здоровыми и всегда были радостными. Когда мы вырастили этот укроп, как бы я вот посадил тоже укроп, только не помню, вот в какой вот из этих. А я посадил, по-моему, вот этот укроп. Я уже, если честно, не помню, но мы посадили его уже давно. И наши воспитатели его поливают, мы его сажали. А вы поливали? Да. Вы ухаживали? Поливали. Это ваш... Ну да, мы поливали. А мне... Ваш огород. Да. Правильно? Наш... А мне кажется, что вот это... Я вот это. А я вот это посадила. А я еще помню то, что когда мы его поливали каждый день, он все рос, рос, рос. И прям... И у нас еще... Вон там есть в белом заборчике, там дуб. Мы сначала посадили его здесь, а потом туда пересадили. Да. Я с Аней Валерьевной это, фотоаппаратом фотографировала. Где применяется укроп? Он... В супах. В супах, правильно, да. Еще в салатах. Салаты добавляются. Я люблю правильно. Салат с укропчиком, с огурчиком. Тут да, очень вкусно кормят. Вероятно, любит всякий и я, и ты. Кулебяки, казинаки, и ты, и я. Пряники, рогалики, с тобой вдвоем. Пончики, сухарики, жуем, жуем. На полочках петушки, с повидлом пирожки. И с повидлом пирожки. Можем съесть без передышки и я, и ты. Сайки, коршики, ковришки, и ты, и я. Апельсины, мандарины, с тобой вдвоем. И малину из корзины жуем, жуем. Петушки с повидлом пирожки. Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. Секрет.
Василиса. Полина Мухина у нас впереди, она, а мы ее подружки Василисы. Мы там танцуем, поем. Красуемся, скажи еще. Очень не спит, неизвестно.
своими ты пойдешь, и сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом. Иди. Не прочесть письмо никак, букв не знаю, надо что.